Итак, всем привет! С вами снова Наташа. Мы по-прежнему пытаемся проходить игру Сома. Пытаемся, потому что это у меня уже будет третья по счету попытка записать третью часть. Из предыдущей части мы узнали, что Саймон у нас должен с помощью шаттла попасть в Лямбду. И там найти женщину Кэтрин, которая с ним разговаривала по радио. I have to fix it. I don't want to get stranded halfway to Theta. What was that? I can't hear you. Don't worry, I'll fix it somehow. Мы видели очередные переговоры сотрудников станции. Удобно, что когда есть завал, можно его обойти через какой-то странный обход в стене. По-прежнему мы видим, что здесь все в упадочном состоянии, везде какие-то непонятные наросты, похожие на полипы. Hey, are you? Don't hurt me! Can I help? It won't let me die. Nothing is allowed to die. What happened? An accident. Fixing the power. I was going to Theta. Anything I can do? If you see Masters or Holland, tell them I need help, okay? Amy needs help. По всей видимости, Эми — это та самая женщина, которую мы уже видели, точнее, слышали ее разговоры с другими сотрудниками станции, которая убегала как раз с Эпсилона и что-то должна была починить. То есть, видимо, она не дошла и осталась здесь. Это штука похожа на легкие, походу поддерживают ее жизнь. Она сказала, что оно не позволит ничему умереть. Пока непонятно, что это означает. То есть, как и в предыдущих случаях, мы видим, что эта штука поглощает энергию, необходимую для нормального функционирования системы, но также она поддерживает жизнь явно в Эми. Поэтому, если мы ее отключим, скорее всего, мы сможем дальше продвинуться, но не думаю, что для Эми это чем-то хорошим закончится. Я уж не знаю, можно ли ее спасти в таком состоянии. Are you okay? Are you okay? I don't know. I want to go home. No. В общем, мы ее, вынув одну из этих штук, не убили. Однако что-то смогли включить. Питание нестабильное. Безопасность отключена.
Мы можем рискнуть оставить ее в таком состоянии, но, по крайней мере, живой. Легкие стали совсем дерганными. По крайней мере, живой, и попробовать уехать. Возможно, мы потом сможем ей помощь найти, чтобы спасти ее. Но я думаю, в любом случае это лучше, чем если бы мы ее убили окончательно. Да, уж питание явно нестабильным стало. Так, эту штуку трогать я не хочу. Она мне не нравится, даже если она хилит. Сядем в кресло машиниста. Shuttle J6 activated. Warning. Unreliable power. Proceed with caution. Да уж. Не подскажешь, ничем хорошим это не закончится для нас. Съездить в поезде с нестабильным электричеством. Кстати, написано, что где находится. Лямбда — это транспортный терминал. Тет — это администрация. Дельта — внешнее покрытие и защита. Омикрон — медоследование, биосфера. Тау — управление Омегой. Фи — космическая пушка Омега. Pathos 2, your expressway to the stars. What started as a thermal mining operation in the 60s has now become home to the Omega Space Gun, the world's most affordable way to launch satellites and deep space probes. Our unique Atlantic Ocean location allows for this gigantic coil gun, running longer than a marathon, to safely launch projectiles without risk of damaging the payload with risky combustion. The station spans multiple sites and has a diverse staff of engineers and scientists. Together, they are able to produce, assemble, and launch the world's most sophisticated spacecrafts. In addition to our principal operation, Pathos 2 is also the home for multiple research projects within the marine sciences, including hydroculture, turbulence, and deep sea construction. We are now leaving Upsilon for Lambda. Lambda is Pathos 2's shipping dock and transportation hub. There, you will be able to find shuttle trains leading to all the other parts of the station. And transports to the surface. Нам показали некий такой рекламный видосик о том, где мы сейчас находимся. Мы вылетели сейчас через лобовое стекло. Понятно.
помехи, по всей видимости, нам сообщали о некой опасности, которая нам может угрожать. Ну, в принципе, как и ожидала, здесь настолько все заросшее, что здесь, в принципе, нельзя было никак проехать. Саймон, are you there? Catherine, is that you? I was on my way, but then the shuttle train, it fucking crashed. Are you all right? The system says the section is sealed for suspected hull breach. No, I'm not all right. What the hell happened to the world? Why are we underwater? Wow, you're really out of place, aren't you? Look, don't worry about that right now. I realize you're confused, but you're so close to Lambda. If you just keep going. How close? Can I walk there? Yeah, but the tunnel is locked off to protect the overall structure from collapsing. What you need to find is your section's maintenance hatch. It'll lead outside. Maintenance hatch. No problem. What is that? What's going on up there? I gotta go. See you soon, Simon. Catherine, you okay? Да, Кэтрин действительно очень странная женщина. Разговаривает с загадками, по-моему, немного не в себе находится. В какой-то явной прострации. Так, у нас там находится эта очередная хилка, которую я не хочу трогать. В своем водолазном костюме. Он нам еще пригодится. Так опасно, как в тоннелях, там хоть можно убежать. До плавающие роботы пока что достаточно медлительные, которые нам попадались. И настолько они там догнать не способны. А вот во всяких там коридорах уже деваться будет некуда. Если ты только случайно не найдешь себе способность. Дыры все на огород. Мы увидели, что у нас наш Саймон сама уже шутит по поводу размеров океана и насколько в нем реально что-то найти. В принципе, да, в такой ситуации остается только шутить. О, крабики. Крабиков изловить и съесть. Или давить их ногами. Давить крабиков. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Заросшая. Я думаю, что нам стоит поскорее как-нибудь преодолеть этот маршрут. Мы помним, что предыдущий переход лямбда 350 метров был достаточно длинным. И особо там, кроме мути и всякой взвеси водной, смотреть не на что. Там какой-то силуэт подводной лодки, которая уже в риф превратилась. Робот. У нас помехи появились.
характерные. Я только не вижу здесь способа его обойти. Возможно, нам просто спринтануть мимо него. Так сказать, run for your life. Черная кровь Нью. Да. Догони сперва. О, господи, да, музыка здесь напряженная, за нее однозначно 5 баллов. Ну, моя черная кровь Нью тебе не достанется. Я тебе гарантирую. Я уже один раз тут померла от первого же монстра из-за того, что не ожидала, что он выйдет из-за угла. Но это действительно было слишком неожиданно. Особо к этому даже никаких не было предпосылок. Более того, там достаточно сложная была схема обхода. Что это? Кто-то еще летает. Что такое впечатление, что там дальше еще можно исследовать, куда-то идти. Мы по всей видимости можем покататься, если у нас будет какой-то очередной апдейт для нашего умнитула. Пойдем посмотрим, что там. Лямбда. Вон. Походу сюда можно зайти. Мы наконец-то нашли. Нашли лямбду. И, возможно, Кэтрин, правда, я сомневаюсь, что она будет хоть какой-то маломальский человеческий вид иметь. Учитывая то, что здесь происходит. И судя по внешнему виду нашего водолазного костюма со странными огоньками, по всей видимости, вирус этот нас тоже уже коснулся. Очень сомневаюсь, что нам просто так дадут отсюда выбраться. Сомневаюсь, что мы вообще все еще человек. Catherine? Be quiet! Don't look at it! Ого! Да, действительно, на него нельзя смотреть. Да, даже издалека такие помехи, что контроль полностью сбивается. Да, расскажи мне. Мы же тут привыкли на карачках ползать. Hurt.
No, not you too. I was really hoping you were human. Don't let the circuitry fool you. I was human once. Can't take it anymore. This is... everything's fucked. I give up. There's nothing left. Calm down. It's not the end of the world. You sure? It sure as hell looks like it. For all I know, there's no one left except for me. What do you mean? I'm right here. Don't take this the wrong way, but I meant any humans left except for me. Have you looked at yourself lately? You're a walking, talking diving suit with some electronics left on for good measure. I don't. You don't want to think about it? We'll start thinking about it. I don't want to do this anymore. I don't want to be this. I want out. Before you do anything hasty, could you help me with something? What? I was trying to find out what happened with my project when that brute knocked me to the ground. Your project? How could anything possibly matter when you know you're a stupid robot in a stupid dead world? Okay, focus. I need you to fix me so I can get back to work. Then you can sulk as much as you want. You gotta be kidding, right? I think I have a better chance of building myself a time machine than of putting you back together. I just need to access the computer. Oh, is that an Omnitool you're carrying? Oh, the door opener? I picked it up at Upsilon where I woke up. That'll have to do. Plug it into the terminal. Sure, whatever. When the Omnitool is loaded, just plug my Cortex chip into the tool. What's a Cortex chip? It will be obvious. I'll eject it for you. Just grab the chip and slide it into the Omnitool. Come on, I just need you to do this one thing for me. Sure, whatever. The Omnitool is ready now. Should be easy enough. Just pick up the chip and slide it into the Omnitool. Why does a robot chip fit a door opener? It's standardized connection. Catherine? All right. Let's give this a try. Custom Cortex chip found. Shutting down helper chain. Have a nice day. Just pretty much anything will fit. Oh, this feels weird. I'm in the Omnitool? Thanks. So, what's the project about? My project? Oh, well, I saved all the people on the station as brain scans and put them into an artificial world. We were gonna launch it into space to save it from, all of this. Are you telling me that you were going to launch a computer world filled with people into space? Yes. It was just a pet project at first, but it got really serious after the comet took out the surface. Then, suddenly, it became very important, and it was officially named the Ark. That's appropriate. How far did you get? I don't know. That version of me that I am. It came from a scan I did pretty early on. The living Catherine could very well have finished the project and launched it. I guess she could even still be alive. Weird thought. So the talking robots, are they also scans you did? They could be, but I doubt it. I'd expect much more sense if that was the case. All right, Phylon. What's happening? I managed to restore some data from the backup server. This should tell us everything we need. Oh. Could you do me a favor and run into the other room and have a look? I don't seem to be able to view the files in this condition. I need to know that the Ark is safe. Sure, Kath. Thanks. I'll unlock the door for you. Mm-hmm. What was it you said before? You're from Toronto? Yeah, I just went in for a brain scan, and suddenly, here I am. That doesn't make any sense. How? Why would anyone bring a scan from Toronto? You think that's strange? What if I tell you it was back in 2015? Whoa. Check the computer in the other room. Значит, Omnitool нам пока не дадут. Итак, нас просветили по поводу происходящего немного. То есть этому миру, скажем так, угрожала некая опасность. Точнее, нет, вначале у них был просто проект о том, чтобы перенести сознание людей в компьютеры. Но... You say something? Sorry, still trying to figure out how you got here. Keep at it. I'd really like to know who thought sending a Canadian to the bottom of the sea was a good idea. Но потом, когда на планету упала комета, видимо, это стало необходимым. Надеюсь, что нам в эту комнату. Что мне стрёмно, я не хочу сталкиваться
с этим роботом, от которого у меня просто искрит все, даже при одном взгляде на него. What happened? That creature was strangely overbearing. Yeah, it basically exploded with electromagnetism. That's bad for us, right? Confusing at least. Gives the senses a good punch. Что-то мне как-то не хочется туда идти, если честно. Careful! I think it's back. Keep your eyes peeled. А, ну давайте, пожалуй, на этом закончим данную часть и подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока-пока.